Так, друзья, после небольшой паузы возвращаемся на противостояние Boom Esports против команды The Dire, то есть Among Us. Они почему-то не проставили там тег. Ну и это, ну в принципе, эта карта для, ну насколько я знаю, она не особо что-то решает. В любом случае и Boom, и Among Us, они проходят в верхнюю сетку в плей-офф. Вот, поскольку они всех уже переиграли. Вот, но решили они с течкой, короче, поиграть. Тут комба Магнус плюс Течес. То есть Течес минирует, Магнус на скивере увозит героя на мины. И взрывает. Вот. Довольно хитрая, кстати, штука. Вот, этот Магнус Течес. Довольно тяжело против этого играть, хочу так сказать. Плюс тут еще... Я бы даже не сказал, что это рафлодрафт какой-то. Вот я начал с того, что... ну, не особо важно выиграть, даже если они сыграют 1-1 или 2-0, это не сильно что-то поменяет. Но сам факт, как бы, того, что это действительно не особо что-то меняет, и они пикают Течеса, наверное, о чем-то говорит. Но, я бы не назвал этот драфт рофловым каким-то и несерьезным. Потому что Магнус плюс Течес — это очень сильная комба. А я себе еще чаек заварил. Вот, чего и вам желаю. Так, значит, нужен еще бумом какой-то мидер, по идее. Вот, мидеров, которые хороши против Течеса, их, в принципе, очень-очень мало. Есть кэрри хорошие против Течеса. Хороший мидер против Течеса, наверное, Фурион. Ну, может быть, Зевс какой-то. Вот, Нагу сюда не пикнешь. Ну, там всякие иллюзионисты тоже достаточно хороши, на самом деле, против Зевса. Так, тут банится пока что Эмбер. Думает, что Магнус позиция 3. В принципе, так и может быть. Но вообще Абет на Магнусе очень много играет. Так что не удивлюсь увидеть его на этом герое. Так. Да, минус Виверна. Думают ребята, видимо, что Тини на мид пойдет. Ну и бумы. Ласт пикнут сейчас. Не знаю, мне кажется, им надо мид ласт пик. То есть им нельзя делать Тини кор героем. И надо добирать какого-то персонажа, который... Ну, типа на центре будет хорошо себя показывать. Потом по игре против комбинации Магнус Течес. И дополнительным кора-героем будет, который вышки будет бить. Потому что если у вас... Желательно рейнджовый. То есть если у вас не будет героя, который бить... не будет бить вышки рейнджового, типа Фурион, то я не знаю, как вы будете пушить Течеса. Антимем. То есть это, ну, вот. Хороший вариант. Но я не знаю, медовый это антимаг или нет. Но против Течеса это очень хороший герой. Потому что Течесу тяжело антимага взрывать. Из-за его большого сопротивления магического. Oops. Чем ответить? Можно взять что-то на харду. Магнуса сделать мидером, он, в принципе, себя... А, ну тут если Урса в мид пойдет, тогда Магнусу лучше, наверное, тройкой. И Абиду дать... О, ну, можно что-то такое рейнджовое, что... Не знаю, инвокера, может, какого-то. Квасвиксового против Урсы. Нормально, по идее, должен работать. Не знаю, на самом деле очень трудно что-то, ну, сказать, потому что как Магнус против Урсы матчап стоит, я не знаю. Добирается Вайпер. Но это Вайпер-тройка. Абит все-таки будет играть на Магнусе.
Ну да, тогда надо Урсу в мид, антимага на легкую. И играть, по идее. Ну, глянем, в общем. Глянем, что из этого получится. Конечно, антимагу должно быть не очень приятно играть на... на сложной линии против Вайпера Течеса. Но, может быть, Микота справится. Прошлая линия у него пошла вообще прям отвратительно на Врейскинге против Легионки. Поехали! Игра с Течесом всегда забавная. Начинает у нас Джабс с нуль талисманом. Нуль талисманчик дает мана реген небольшой. Так, переключимся сейчас сюда. И ребята идут делать First Blood вместе на топ-руну. Связка тут достаточно жесткая. Гримстроук может взять Инксвелл на первом уровне, что, конечно, делать не рекомендуется на самом деле, но... В принципе, ради First Blood это может. То есть, если гарантированно ты First Blood сделаешь... так, а тут у нас какая способность... Так, Дримоцел в итоге на Урсе, то есть это соло мид антимаг. Да, это соло мид антимаг. И Урса на кэрри против Вайпера Течеса. Ну, не знаю, не знаю. Не самая, мне кажется, удачная идея. Ну, поехали. Так, First Blood пока у нас сделать не получается. Течес вроде как показался. Там его должно было быть видно. Но это не точно. Но пока он, видимо, в топе постоит для того, чтобы как-то помочь здесь ФБ сделать. То есть не сразу пойдет на линию к Куку. Куку там... А, это трипла на триплу. Ага, вот как. Все, извините, я просто что-то не прокликал героев, не понял сразу, что вообще здесь происходит. Антимаг трейдится с Магнусом здесь. Ну, Магнуса на самом деле достаточно будет купить ботл, и... ему просто важно на себя импу вешать. Блин, ну Микота, кстати, жестко пробивает. Так, пока тут без каких-либо потрясений на линии. Якорем машет Тайтхантер в боте. По идее, Куку должен с ним нормально расправляться впоследствии. Тут на вторых уровнях намного сильнее. А, ну они уже решили на первом напасть. Ну, куда? Так, Течес выживает. Следующим суицидом он
следующем... Ой, да ладно, подставился, что ли? Ну ты даешь. Что ж ты, Джабс? Что ж ты, Джабс, подставился? Мог просто потерпеть немного и потом через третий спелл нанести дэмэдж и уйти на респаун с полным количеством ресурсов. А, плохо, конечно, что приходится стоять именно триплой. Для Тэчиса имеется в виду, потому что этому герою крайне важна экспа. И когда ты стоишь трипл-лайном, даже если ты его выигрываешь, то с экспой у тебя, ну, как бы явные проблемы. То есть ты там шестой даже, наверное, с книжкой не апнешь на 10-й минуте. Вот, а Тэчису, конечно, очень хотелось бы шестой апну. Тут прервать пул не получилось. А, второй левел у Гримстроука. У Тэчиса тоже второй левел. Ну, второй левел Тэчиса, по идее, не столь как бы опасен на трипле. Типа он ставит свои вот эти вот первые минки, которые... А, ну Гримстроуку нельзя подставляться ни в коем случае. Он не должен получать такие вот тосы. Ему нужно ждать удачного момента, чтобы бафнуть Сэвэджа на... Надо линию отвести вот где-то вот сюда, вот, чтобы она вот тут стояла. И уже через крутилку плюс Инксвелл просто убивать. Вот Джиггернаут пока неплохо качается, антимаг на центре тоже имеет чуть ли не идеальный ласт хит. Абит, хотя что значит чуть ли не идеальный, 14 крипов за 3 минуты, это типа, наверное, мало даже. Так, в топе крутилочка, пытаются убить Кескьюта, Инксвелл, ну как-то поздно немного Инксвелл, но крутилка долго достаточно работает. Еще, поэтому не успевает там никак среагировать Рубик и... Ну, он не имел возможности среагировать, то есть... Короче, не смог телекинезом поднять соперника. Куку просаливает Тайтхантера. Типает его еще. Вот какой вредный товарищ. Стоит овер-матчап, еще и типает. Ну, что ты будешь делать? Инксвелл крутилка. Рубика снова убивают. А знаете, я вообще, наверное, даже немножко соскучился по таким трипл-лайнам. Сейчас с этой линии выкатится очень-очень большой тайт. Точнее, очень большой вайпер. Тайт вряд ли будет большим, потому что ему тут тяжело стоять. Минки Кискьют спокойненько тут подфармливает. За них денежки дают хорошие. Тут пока на ранней минуте под ноги смотришь, в принципе, не взрываешься особо. Там, кстати, страпы тоже не вкачаны. Рейндж героям в этом плане чуть попроще. Они, кстати, страпе могут разбить мину, по крайней мере. Не знаю, зачем убрали эту опцию у топорика разрушать мины. По-моему, сейчас нельзя мины разрушать топориком. И варды тоже нельзя разрушать. Это тоже, по-моему, не очень круто. Раньше было так удобно. На саппортах особенно топорики купил. И бегаешь, девардишь. Быстро и эффективно. Магнус там на миде постоял против антимага, чуть-чуть потерпел, но сейчас он может совершенно спокойно уйти в лес. Эмпауэр у него уже подкачан как следует. Так, Микота будет играть через Mask of Madness, пытается убить Абада здесь, нет маны на скивер. Он там, кажется, съел манго, но ему все равно не хватило, да, на скивер ман. Забавно. Да, Тайду ничего не остается, кроме как смотреть на то, как вайпер фармит, не знаю, тут... Сможет ли FBZ вообще хоть что-то придумать на этой линии, потому что пока у Куку... Ну, он даже, видите, Viper Strike не качает, потому что там Kraken Shell, ну, сбрасывает всю эту штуку, поэтому берет. А, ну вообще у него скиллпоинт есть, да, еще, да, вот сейчас берет Viper Strike, видит героя, который сюда приходит, и... Ну, Урса думает, что ему тут типа проще будет против шестого Вайпера, сейчас сюда просто перетягиваются... А, они пытаются... Боже, они пытаются Вайпера уйти, убить, а он размансовывает. Блин, зря он ТП не нажимал так долго. Он мог бы выжить, если бы сразу нажал.
Вот в таких ситуациях, когда мансишь, самое главное, вот как при стрельбе. Не целиться долго, не держать долго этот телепорт. Зашел в лесочек и прожал сразу. И будь что будет. Улетел, хорошо, не улетел, ну ладно, обидно. Но вот пытаться вот так вот что-то выманшивать, что-то там забираться куда-то поглубже, тем более, если у тебя топорика нет, в этом вообще как бы никакого смысла. Я бы понял, если бы у него был топорик, он бы там себе какие-то ходы бы проедал в лесу. И заныкался бы, и запорталился. Это было бы еще логично. А чем дольше ты начинаешь в этих лесах мансовать, тем меньше шансов улететь на самом деле. Потому что враг начинает шерстить там и искать тебя. И практика показывает, что обычно находит. Хотя бы один герой там из нескольких тебя находит. И ТПшка тебе сбивается. Вот, поэтому запомните, друзья. Мансуете в лесах и хотите сделать ТП, делайте его сразу. Спрятались куда-нибудь поглубже. Сразу. И сразу же прожали. Все. То есть, по итогу-то он и телепорт потерял, и не телепортировался. Урса играет в темп через драмы. Антимаг пока что с мобом. Не знаю, будет ли он делать БФ в этой игре. Или посчитает, что ему этот БФ не особо нужен. Насколько Мэднеса будет достаточно. Манту, Реведж пытаются убить Джаггера. Он выдает мне слэш. Никого не убьет и при этом не выживет. Обидно. Пришел куку на вайпере, подрезал здесь тиника. Да, нейтральные шмотки потихонечку выпадают. Mask of Madness готов на антимаге. Пусть вас это не удивляет, это сейчас нормальный билд. То есть даже на каком-то сейфлейн антимаге берется Mask of Madness. Через этот Mask of Madness делается выход в БФ. Обычно с сейфлейна. Вот здесь как Микота будет делать, я не знаю. Станет ли он брать БФ. Конкретно в этой игре. У Джаггернаута тоже особый билд. Он играет через драмы Яшу, имеет право, поскольку играет с Магнусом в команде. Обычно Джаггернауты тоже берут что-то наподобие Мома-БФ или Мом-Яша. Вот как-то так они собираются. Редкий тоже гость этот Джаггернаут на Captain's моде. Вот, ну, конечно же, есть и вот такие билды через фейс и драмы, даже когда ты без Магнуса играешь. Драмы — хороший предмет на статы, на темп и на дополнительный урон с Omnislash, потому что ты скорость атаки свою повышаешь радикально, на ранней стадии игры, имеется в виду, радикально, и через Omnislash дамажишь. Но, в принципе, то же самое можно было бы сделать с Момом. Мом тоже повышает ДПС в Omnislash достаточно серьезно, но он дает больше скорости фарма. С драмами проще играть агрессивно, с Момом проще играть жадно. Вот. Вот. Но жадно Джаггер может играть и с Эмпауэром. Появляется Соул Ринг у Тейчеса. Он стакает Иншей для того, чтобы Магнус там все это пофармил. Сам же Магнус у нас пока что просто толкает линию в центре. Преимущество уже 2000 золота. Даже несмотря на то, что как бы антимаг очень круто простоял свою линию. Как бы у него денег не меньше, чем у Абеда, и он сейчас начинает активно фармить лес, но очень сильно проиграна сложная линия в трипле, и очень сильно проиграна легкая линия. Короче, сайды залиты просто до невозможности. Вайпер огромный на карте. С ним ничего особо не сделать. Чем, кстати, а что он, кстати, покупает? У него что-то голый инвентарь вообще. Тэчес, Soul Ring плюс книга, а у него курьер... А у него ничего нет, то есть у него просто косарь золота. Хм, странно. Ну, вообще, дополнительный контроль мог бы не помешать. Какой-то атосик, наверное. Какие-то гривзы делать здесь не особо пахать. Так, вайпер так полетел. И да, антимага убивают. Посмотрите, очень хороший фраг для команды Эманас. Все красиво. Очень важно, на самом деле, убить антимага, потому что именно за счет антимага Бумы бы здесь протаскивали игру. То есть, как бы, ну, Урса настолько униженный, он, не знаю, мне кажется, не способен сделать много полезного. Хотя левел у него 8-й. Пытается убить здесь Гримстроук. Гримстроук откидывается ультой.
Но нет Вайпер Страйка для того, чтобы тут как-то хорошо продамажить. Странно, что ребята не убегают. Они же Вайпер вообще никак не убьют. Типа жмите ТПшки. Джаггер Блейд Фьюри телепорт нажимает. У него тут уже нет крипов, чтобы нормально качаться. Абит по стандарту делает себе саблю, потом дагер, Вейл оф Дискорд все-таки купил Вайпер, хорошая штука. Про Вейл оф Дискорд уже неоднократно поднималась тема, по крайней мере на моих эфирах, что этот слот по-хорошему должен быть в каждом пике. Абит уже во вражеском лесу начинает профармливать нейтралов. Это, конечно, плохо, что герои команды соперника заходят вот так тебе в наглую лес, забирают у тебя кэмпы, ограничивают твой фарм. Ты не можешь нормально покачаться. Вот враг намного больше фарма с карты собирает. И так может продолжаться, ну там 10-15 минут, потом тебя просто сметут. Залетает Магнус, дает РПшечку в тине 7-го левела. Ну и даже тут Безумный Слэш спокойненько с Хайдом расправляется. Такие РПшки сейчас Абит старается выдавать, ну, аккуратненькие там в одного героя, чисто чтобы пикофнуть и продолжить дальше качаться с импой. Цепанули Вайтмона. Хотя большой вопрос, кто кого еще цепанул. Он может ульту скастовать на развороте и какой-нибудь сейф ТП для него и... От Вайпера там, допустим, и все. Так, что там у нас у антимага проблемы? Ну как, не то чтобы прям проблема, вряд ли его здесь можно убить, но он так тычки получает неприятные. Сейчас начинает минировать уже прям подходы к Т2 вышкам. Тяжело будет играть в своем собственном лесу. По сути, сейчас у команды Бум остается только их треугольник. И их крайне сильно перефармливают. То есть тут какой-то персонаж стоит под Т2 вышкой, забирает лайновых крипов. Вот этот кэмп максимум. И вот на треугольнике два кэмпа, по сути, да. Но здесь еще легкий, с него много фарма не получишь. Здесь тоже что-то есть. Но больше фарма, конечно же, у Дайр. Ну вот, они золото собирают, и тут и ФБЗ на самом деле себя в безопасности это чувствовать до конца не может. Он стоит прям под вышкой, но если ЭМА нас захотят, они его как бы шлепнут без проблем. Рошана пытается в наглую забрать бумы. У них нет Владмерса, поэтому, ну, это довольно трудно сделать. Боже, там такие просто плюхи Рошана дает под Римацеллу. Да, справляются все-таки. Ну да, там навалились, потанковали по очереди. Два блинка появляется, один у Магнуса, другой у Тини. Тут ребята уже начинают потихонечку долбить хайграунд. Но это очень наглая игра. Тут Хиллингвард в 2 всего лишь.
и при этом он еще в кулдауне, да ладно. Неужели они сломают сторону? Ребят, у вас реведж есть. Просто падает сторона, антимаг не может сюда, видимо, прийти, не хочет, БФ дофармливает. Так, тут летят, да, вырывается хайт в надежде тоснуть героя, но не получается у него это сделать, минус хайт. Минки взрывают бараки понемногу. И сторона падает. Первая сторона падает. Оранжевый барак, да бог с ним, собственно. Хельнвар только надо подконтролить, а то не хочется его отдавать. Да, оранжевый. Так, РПшечка на мины везут и... Бабах. Шикарно, просто шикарно. Минус Аегис, минус Тайд. Короче, Дайер просто на личном скилле очень жестко переигрывает. Но вообще драфт у них тоже получше. То есть вот этот вот... Ой, просто в трон. Мужики, в трон. Вот оборзели. Гайд пытается ворваться, кого-то тоснуть, но тосать некуда. На фонтане никого нет. Но они так, типа, сделали рывок такой наглый в сторону трона соперника. Ну, конечно же, спушить его они не могут. Да, жестко. По другим сторонам начинает потихонечку идти Манас. Нашли Магнуса в Рошпите. Момп подрубает Микота с кивером ворованным. Кескью добивает Абеда. Не страшная смерть, с учетом того, что на 17-й минуте уже упала первая сторона у команды Бум. Вообще не страшно. А Зэвэдж потихоньку ковыряет тир один вышку в топе. Так, ну БФ есть. Все, сейчас пойдет кач. Главное не подорваться вот где-то здесь. Хватит тут мин, чтобы антимага убить, интересно. О, тут вот мин очень много. Вот как раз Джиггернаут мигает. Ой, красиво. Под крипам подходит, но... А, не полу... А, я на мину на... О, боже, как обидно. Он уже расстрейфился нормально. Заставил Сэвэджа с Умнислэшем перепрыгнуть в другую точку, но... Все равно он там где-то умудрился наступить на мину. Эх, да. Так, есть РП у Магнуса. Он не слэша нет, пытается убить Дримацеллу. Дримацелла есть БКБ, есть ульт. Он ульт нажимает, очень быстро проходит действие Вайпер Страйка. Ну и тут где-то на минках чё, крипов вводят, да, на минке. Ставится Хиллингвард, и ребята начинают ломать Т2 вышку. Воруется импауэр. Ой, да ладно, дружок, как ты импауэр отдал? Ну, в рамках данной игры это, наверное, уже не столь существенно. Сейчас будет попытка подефать, скорее всего, с реведжем. Но тут можно на вот этих вот минах взорваться. Смотрим. Супер удар от Абеда. Сэвэдж так специально подбайчивает под эти минки. Это два вышка все-таки рано или поздно падает. Хайт тосает куку. Куку здесь разрывают за БКБ урсы. В принципе, все равно можно сражаться. Очень плохо здесь тини его забирают шоквейвом. Пытается на скивере Абит увести урсу. Урса жмет ультимейт, но на скивер он не попадает. Выкупается вайпер. Полетит на траву, а траволов у него нет. Хорошо, пытается забрать его в ПЗ. Инксвейл плюс крутилка. Работает Hood of Defiance, урона особо никакого нет. Soulbind пошел. Абет получает Ravage. Так, антимаг врывается. РПшечка пошла, что у нас по Omnislash нет еще у Джиггернаут. Он в кулдауне, но антимага забирают. Урса тоже оказывается в таверне. ГГ, 20 минут.
Ребята просто порвали своего соперника. И это 2-0 в пользу команды Eman As. Поздравляем их с победой. Пусть это и не особо что-то поменяло в таблице групповой стадии. Они так же, как и Boom ID, выходят, собственно, в верхнюю сетку. И получат там в первых раундах не самые сильные команды, по идее. Вот. Ну, а у нас остается последняя встреча на сегодня. Это противостояние 496-х, кажется, и команды... как их там? Zero Three Two, да. Вот. Команда Zero Three Two идет в самом-самом дне пищевой цепи БТСов. Вот. И им надо обязательно здесь выиграть, насколько я понимаю. Сейчас я посмотрю по... А, нет, стоп, они, получается, прошли уже, Fnatic выбыли. То есть до 0.32, у них ни одной серии не выиграно, но они уже прошли. Да, Execration и Fnatic, значит, уже все, проиграли. Вот. Вот, то есть фактически эта игра ничего не решает. Вот, но мы ее все равно с вами посмотрим, потому что, ну, типа, почему бы и нет? Почему бы не посмотреть игру, которая ничего не решает? Да, ну, ладно, давайте небольшая пауза и минуток через 10, через, там, 15 ворвемся.